Что это за крокозябры и как я их должен расшифровать? Погоди, мы кое-что забыли. Мы забыли посмотреть на меню. Блин, сиди, сброс. Ну и меню, собственно говоря, у нас, конечно, без ошибок. Ну, это ошибки были в начале запуска. Без ошибок, конечно, но оно не прогружается просто. Так, давайте... И теперь давайте здесь, а то мы это значение что-то вообще не меняем. Кстати, таким же образом можно их урочить, по-моему, любой BIOS, если я не ошибаюсь, конечно. Хоть BIOS даже первой плойки вроде. Ой, второй. И в следующем видео я как раз попробую расфигачить этот BIOS и второй плойки. Правда, я не знаю, какой BIOS второй плойки поддается вот этой вот ломанию. Как бы я знаю, какой BIOS больше всего дается первой плойке. Это SCPH. Вы мне в комментах, если что, поправите, если я не правильно. 1001, ну, вы сами видите, вот его название, и вот он, вот такая вот модель BIOS, она больше всего поддается ломаниям BIOS. Давайте мы, наверное, знаете, она сейчас запустится, если мы поставим побольше, то есть, например, 1000. Ну, мы этого не знаем, сейчас увидим. Да. Ой, ну мы как-то переборщили, потому что теперь все нормально. Не, может сейчас меню расхурочится. Не, меню вообще не загружается. То есть просто висит эта заставка. Тогда мы обратно поставим 500, потому что на 500 происходит всякое лайтовое. Ой! Хоть у меня и яркость выкручена на 100% в мониторе, мне кажется, все равно, что это не очень уж и ярко. Хотя... Бог его знает, может, он меня не носит. Не, ну яркость и контраст, все такое выключено. На сотку. А если я сейчас загружу меню, то, наверное, я просто ослепну. И придется по окулистам шастаться. Почему main меню выглядит как портал всегда? Ну и курсор какой-то тоже слишком пиксельный для плойки первой. Тут все почему-то надписи, они слишком пиксельные. Я даже таким образом могу попробовать расурочить эмулятор Dreamcast и там хоть этого GameCube.